Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати з Новим роком, з прийдешнім Різдвом. І вже розпочалися в нас звичайні буденні дні і робота, яка не закінчувалась в деяких навчальних закладах нашої області. Сьогодні з нами у студії Ігор Аксьонов, керівник гуртка моделювання суду моделювання Миколаївського обласного центру. Доброго дня вам. Доброго дня. Рада вас вітати в нашій студії. Ви сьогодні її прикрасили такими роботами, які вони демонструють вашу копітку роботу і те, чому ви навчаєте дітей у своєму гуртку. Хотілося б, по-перше, познайомитися поближче з вами, як з керівником. Скільки ви взагалі цією красою займаєтесь? Ой, красою я займаюся 18 років. Наставниця працюю вже більше 20 років. От, веду судомодельний кружок, учу дітей працювати руками, працювати головою, любити кораблі, знати історію, от, ну, многим другим вещам. Тобто це продовження історії нашого міста, так, нашої області. Тому що, ну, на жаль, зараз та проблема, про яку всі кричать у вищих щаблях керівництва, що судобудування в області затихло, так би мовити. А вона, у вас воно, судячи по роботах, тільки квітне і продовжується. А взагалі за 20 років, от наскільки змінилося, наприклад, ставлення учнів до такої роботи? Ви знаєте, за 20 років, за 40 років, все те ж саме. Приходять діти, яким хочеться строїти моделі, які люблять кораблі, парусники, все, що зв'язано з морем. Тому проходять 20 лет, еще раз повторюсь, 40 лет, пройдет еще 40 лет, все равно будут ходить дети, любить, заниматься. Вы знаете, да, время тяжелое, я, как говорится, с вами полностью согласен, но пока ходят дети, пока им это нравится, пока хочется делать что-то. У вас такий есть надежда. Гурток романтиків, тому що море – це завжди романтика. В том числе, это романтика, да. Это труд, романтика, все вместе. А чи були ваші учні, такі у вас учні, які потім пов'язали свою професію, наприклад, з кораблебудуванням? Ну, з нашого кружка, ну, мінімум чоловік 15, мабуть, закінчили інститут наш кораблестроїтельний. От. Ну, зараз судьба, кажеться, розвела кого куди. От. Ну, знання остались, нікуди не ділись. Чи є якийсь особливий відбір, так би мовити, дітей до вашого гуртка? Хлопчики, дівчатка, вік, здібності? Чи ви вже це потім розвиваєте? Ви знаєте, ну, по возрасту, звісно, є. Ну, головне, щоб він був, условно говоря, був вище напільника в три рази, щоб мог хоча б його в руках тримати. Тому що приводять, ага, первокласників. У него глаза горят, а, ну, я ему поручить ничего не могу, потому что он не сделает. Бывают, вы знаете, разные дети. Бывает, у кого получается, у кого не получается. Но он приходит в кружок, он в этой атмосфере вращается, слышит названия, уроки истории, вот, и по большому счету с собой что-то уносит, так или иначе. То есть даром время для него точно не пропадет. У вас є жизни як практика, так і теорія, так? У нас практика – це основне заняття, 3 часа у нас. Практика – це від початку до кінця. І по дорозі навчаємо історії. Ви знаєте, історії флота, судостроєння. Вот. Грустно, коли приходить мальчик, його спрашуєш, а хто такий Магеллан був? Это великий мореплаватель. А він каже, супермаркет. Супермаркет. А это не шутка. Вы знаете. Вот. К сожалению. Вот. Ну вот я садись, пожалуйста, возле компьютера. И использует молодой человек компьютер в прямом назначении. То есть не игра, не контакты, а поиск информации. И вот он садится, я говорю, ну нажимай, кто такой Магеллан. Он читает. Я говорю, вслух читай, чтобы все знали. Вот, вы знаете, и дает свои, кажется, результаты и плоды, причем положительные. А вы розпочинаєте историю с самого-самого початку, починаючи с човна, как виник човен? Со всего, да. Есть у нас начальная моделька, шлюпочка.
Вот каждый ребеночек должен своими руками ее сделать. Вот первый вопрос. А с чего вообще начиналось мореплавание? Или там вообще судоходство? Ну, вот разные предположения. Кто там на бревне? Кто говорит, что на бревне нельзя, потому что оно переворачивается. Вот. А дети сами с собой разговаривают, понимаете? И такие мысли интересные. Что надо привязать два бревна, чтобы оно не переворачивалось, чтобы можно туда еще было положить что-то. Uh-huh. Вот. Ну, в общем-то, в таком плане, кажется, и даем истории, основы. Основы истории, основы конструкции, основы мореходства, мореплавания и так далее, и тому подобное. Вот. Які матеріали використовуються? Ну, починаєте з яких матеріалів? Ви знаєте, ну, починаємо з простого, з дерева. То есть ребенок берет чертежик, ребенок берет кусочек деревяшки, инструмент, знания и вперед. Потом переходим на пластмассу. У нас очень широкий ассортимент пластмассы, металлы, шпаклевки, грунтовки, пайка, все что угодно. То есть ребенок, который это осваивает, по большому счету, дома сможет быть уже хозяином. Тобто він вже навчиться робити руками щось з різних матеріалів. Да, делать руками, работать руками. Работать, обратите внимание, безопасно, потому что техника безопасности у нас на высочайшем уровне. Вот. Сначала объясняется, что можно сделать и чего ни в коем случае делать нельзя. Вот. Повторяется это раз за разом, вот. Каждый, ну, то есть от урока к урокам и от занятий к занятию. Напоминается постоянно. Вот. Як ви допомагаєте своїм учням там переживати негаразди? Так що моя оця шлюпочка раз і потонула, і не вийшла в мене. Да. Тут, в общем-то, трагедії ніякої немає. Для деяких дітей трагедія. Хочеться, ну, щоб попливло. А ну у нас все плаває, воно ж дерев'яне, нікуди не дінеться. Ви знаєте, у нас таких случаїв, в общем-то, не було. Вот. До... Бывает, ребята, у ребенка не получается что-либо. Uh-huh. Вот, первый раз сделал, не получилось. Вот. Ну, понятное дело, настроения никакого уже нет. Вот подходишь с ним, ну, показывай, как ты делал. Начинает показывать, стоишь с ним рядышком, объясняешь, показываешь. Потом, нет, это не так, здесь надо зажать, здесь надо поддержать. Видишь, как получается хорошо? Вот. Он, да, все, в другую сторону делаешь. Самостоятельно. Все, все сделал, получилось. То есть вопрос не в том, что у него не получается. Может, я плохо рассказал, может, он не так понял, как говорится. То есть только в этом все. Угу. Повторный урок, как говорится, повторный даже не занятие, а повторный там, я не знаю, подход, как говорится, к вопросу, и все. От з тих моделей, які ми зараз спостерігаємо на нашому столі, яка найлегша? Ну, на мій погляд, найменше, найлегше. Я права чи ні? Ну, наверное, так, да, ви прави. Ви прави. Саме легка по трудоємкості. Угу. Це, напевно, одна з начальних стадій, так? Ні, це не начальна стадія, це вже, скажімо так, середня стадія. Вот. Саме перша стадія – це маленька шлюпочка. Угу. Вот таких от розмірчиків. Ще менше? Да, ще менше там. Отрабатываются основные уроки, это самое, работа с ножом, напильником, стамеской, рубанок. Вот, объясняется, что такое рангоут, что такое такелаж. То есть основные моменты, на которые мы потом опираемся, потом уже в течение. То есть на каждой модели это все названия, все присутствуют, скажем так, элементы. А вот сколько часу потребно, чтобы сделать такую модель? Вы знаете, сколько часу? В зависимости от того, сколько ребенок проучился, то есть какая у него наработка. Вот. Ну и понятное дело, если ребенок не болеет и не отвлекает его школа, потому что, к сожалению, сейчас школа у нас занимает львиную долю времени ребенка всех. Вот. Ну, такая моделька, если по занятиям, ну, в течение месяца, то есть три занятия в месяц по три часа, говорится. Ребенок, что там, 12 лет, там, 14 лет. Вот. Тоже в зависимости от способности детей, потому что некоторым нравится, допустим, парусники делать, вот, а некоторым, скажем так, условно говоря, металлические суда, где это и душа лежит. Вот, и, взагалі, месяц часу для меня это
Наприклад, це для мене великий проміжок часу. А тут стільки праці вкладено в цю маленьку модельку. Ви знаєте, от моделі судів, вони ж моделі від прототипів, а суда настоящі, это самое трудоемкое, самое по времени занимающее огромное, самое в истории человечества. Поэтому если настоящий там строится 1000 человеками в течение там 5 лет, вот, то если такую вот модель, допустим, как эта, ребенок сделает за год, то это будет хорошо. До цієї моделі ми трошечки пізніше, мені навіть на неї страшно дивитися, скільки тут всього в ній треба зробити. А бояться не треба, треба любуватися. Я милуюся, але уявляю, скільки клопіткої роботи вкладено в цю модель. А ця простіша чи ця простіша? Давайте вже понарастаючи. А ви смотрите по кількості мілких деталечок, скажімо. Ну тоді та простіша. Та проще, ніж мета, да. Це як називається? Я не в морепластві не дуже. Це катер? Катер РЛС англійських вооружених сил. Да, ну, он не как военное судно, а как вспомогательное. Тут, понимаете, и задача другая стоит. Во-первых, ну, ребенок, который приходит и работает, он не должен рассчитывать на быстрый успех. То есть ты к пятнице не сделаешь ничего. Воспитывается усидчивость в первую очередь. То есть ребенок должен научиться совладать с собой и, скажем так, сидеть и работать. И не бояться количества деталей, которые, скажем так, предстоит сделать, а просто их делать. Вот и все. Вы знаете, каждая из этих моделек, вот стоит парусничек, там РЛС, вот пароходов фрегат, у каждого изготовления и каждой модели она несет свой, как высказаться, посыл свой, не посыл, вот, задачу свою. Потому что это работа вот с деревом. Это радиоуправляемая модель. Кроме того, она что... Она ведь еще будет плавать. Она еще управляться будет. И ею можно управлять из пульта. Да. То есть задача ребенка не просто сделать модель, вставить туда аккумуляторы, фундаменты, аккумуляторы, двигатели, руль, машинку. Не просто вставить, научиться пользоваться ими, научиться заряжать аккумуляторы, знать, что такое аккумуляторы, как они называются, чем они отличаются друг от друга. Вот, как их использовать, что такое электродвигатель, какие они бывают, электродвигатели, и так далее, и тому подобное. А вот мы зараз бачимо дверцята, воно відкривається? Нет, это не открывается, это не тот класс моделей. Есть класс моделей, который открывается, стреляет, поворачивается, даже выходит капитан на мостик. Это есть, но у нас он не практикуется, скажем так. Это технически очень сложно, потому что вот эти вот все детали, они, как правило, на Западе очень сильно развиты. Вот. Но у нас пока что не очень, кажется, в таком... А какие-то широком... материал выкористовываются? Ну, в данном случае здесь вот корабль, этот сделан, корпус пенопласт, обклеено реечками, реечки сами ребята вырезают, сами подгоняют, клеют. Технология поклейки и так далее. Вот этот корабль совершенно другая технология. Здесь корпус из стеклоткани сделан с помощью эпоксидной смолы. То есть делается матрица, выклеивается по ней. Вот. То есть корпус здесь пластмассовый. Настроечка здесь паяная. То есть ребенок паяет, сам раскройку делает, спайку. Вот. Но детали какие из... проволочки металлической, скажем, какие там из пластмассы. То есть тут композитное, скажем так, вот, применение материала. А вот когда вы чітко ставите завдання, що потрібно зробити таку модель на цьому етапі, чи дитина може вибрати собі, обрати, що їй більше до душі? Ви знаєте, у нас свобода творчества. У нас є, звісно, скажем так, розписання, по которому які моделі должны делать, но это весьма условно. То есть первую модельку делают все одинаково для того, чтобы в школе научиться азбуке или научиться там таблице умножения. Вот. А потом, как ты будешь считать и как ты будешь писать, по большому счету, пожалуйста, хочешь такую. Каллиграфия важлива только в початковой школе. Нет, каллиграфия – это красота почерка, это немножечко не то. А вот умение читать, писать. У нас, допустим, есть, ну, скажем так,
свободные модели или творческие модели. То есть ребенок выбирает модель не только сам, а выбирает модель сам под какие-то свои интересы. То есть, ну, в частности, вот у нас есть ребенок Саша Гроза, вот, 4 класс. Выклил себе модель, вот. Ну, сейчас вот стоит проблема, допустим, с радиоуправлением. Что он сделал? Творчески подошел ребенок. У него есть машинка китайская, которая разломалась. Ну, к счастью, там остался приемник. Она разломалась, передатчик. Через специальный разломал. Нет, ну вы понимаете, это такое, она рано или поздно этим заканчивает. Вот. Ну, осталось, скажем так. И он все сделал своими руками, вставил эту аппаратуру, подобрал двигатели, подобрал аккумуляторы, вставил двигатель. И вот, как говорится, в нашем бассейне показывает класс. У нас на станции, кстати, есть бассейн специально для таких вот вещей. Ну, 4 класс, ребенок, пожалуйста. Ми розвиваємо не лише вміння, але й мислення, так? Обязательно. Ви розумієте, діло в тому, що якщо чоловік не буде знати, що, де і як, і не буде діяти самостійно, вот, ну, толку не буде, тому що я, як тренер, не завжди буду з ним рядом. Вот. І ребенок має не тільки знати, як це діяти, і приміняти, тобто приміняти і включати голову. У нас це обучення обов'язкове, тому що ми готуємо ребят. Ну, скажем так, к соревнованиям. То есть ребенок на соревнования, который приехал, он должен знать о своей модели всю. Знать, как заряжается, вот, как там нести ее надо, как пускать надо, технические все подробности, как позаботиться заранее о своей модели. Вот. Ну, то есть самостоятельность полная у ребенка. То есть это, ну, я называю их маленькая боевая единица, которая приходит, ну, от такого родственника, и такого роста, пожалуйста, вот они. Он самостоятельно. То есть отдается объявление, то есть, когда его в соревнования, он читает расписание и сам должен все это выполнять. Тобто у вас проводяться ще змагання. Це не просто творчість, яку вони показують, вкладають там душу в ті моделі. Вони ще мають бути дієві ці моделі. Конечно, так? Конечно. Обязательно. Ребенок приходит. Делает, вы знаете, у нас в мае месяце наши областные соревнования проводятся, значит, радиоуправляемые модели, скоростные модели, там целый ряд моделей. И вот испытываем ребенка. Бывает, вы знаете, детям не нравится управлять или боятся по какой-то. Вот некоторых получается. Вот они участвуют, обязательно первые места занимают, вот, и борются, и результат, скажем так. Сразу видно, как первый год участвовал, результат соревнований второго года. З'являється спортивний інтерес, а так? А как же, конечно. Хочеться перемогти на наступний раз. Когда ты ходишь, и у тебя там 8-10 соперников, вот, и мальчик, еще раз повторяю, там в третий класс занимает первое место. Вот, угу. У него там соперники 7 класс был, 8 класс. Как вы считаете? И тоді то как тим, относится к ребенку? Сьомий, восьмий клас на другий раз хоче перемогти. Понятно, і так і продовжується. Продовжується все время так. От, на то не соревнування. І найскладніша модель, найшикарніша. Я не знаю, тут настільки дрібні детальки, але вони всі такі враження, що справжні, і зараз по палубі цього, як він називається? Парохода фрегат. Парохода забігають. Ці матроси, здається. Ну, можна і зробити матроса, чому? Скільки уходить часу на таку роботу? Ой, ви знаєте, я не підсчитував. Ну, от колективна робота із 3 чоловік, ну, в течение года. Кажется. Угу. Вот, то есть, кому-то, кто-то делает корпус, кто-то делает мачты, рангоут, кто-то делает гитарировочку. И вот так вот все. То я есть... взагалі би назвала це ювелірною роботою. Якщо так подивитися. Ви знаєте, воно недалеко ушло від цього. Тобто по ювелірності, по розмірам деталей, скажімо. Угу. Там єдине, що інші матеріали приміняються. Вот, нам недоступні. Ну, в принципі, можемо зробити, якщо предоставить матеріал. А тут зробити. Який матеріал? Це дерево? Це дерево, да, шпакльовка, дерево, пластмаса, этот самый, металли, то есть пушечки, вот, те, угу. Которые вы видите, это все отлито из металла. Вот эти малесенькие пушечки? Да, это все из металла, металлические, крашеные. Вот, пожалуйста, рындочка. Видите? Угу. Такая вот, она даже колышется. Она справжняя. Да. Вона то есть, если будет матрос, вернее, там не матросы, а офицеры.
руководили всем этим. Угу. Вот. У мене таке одне питання до вас остається, а блоху підкувати зможете? Ви знаєте, у нас блох нету. Блох немає. Відкончились. Тому що дійсно ювелірна робота і дуже все-таки тендітне, але воно справжнє. І якби це не стояло тут на підставці, а просто показувати крупним планом, то дійсно схоже, ну, можна подумати, що знімають справжній корабель. І це дійсно чудово. Я дякую вам за такі демонстрації моделей. Скажіть ще, будь ласка, от в усіх так навчальних закладах, я знаю, вчителі, там, керівники гуртків пишуть завжди мету, так, завдання, заняття. Там навчальна і виховна. От яку виховну мету ви переслідуєте тоді, коли працюєте зі своїми вихованцями? Яка ціль? Ціль – навчити дитину працювати руками, любити це діло, бути самостійним, вміти робити все. От начала от моделі і закінчуючи уборкою на столі. От. Тобто бути самостійним чоловіком з умінням працювати. І знову ж таки питання, тоді ви так не відповіли на нього. Дівчата таким, такою справою займаються у вас? А ви знаєте, Ніколаївська команда взагалі славиться тим, що в її состав, скажімо так, входило. Может, и будут входить. Самое большое количество девочек. Их было немного, но они были. Их занимали, кстати, на чемпионате Украины участвовали. Вот. На областных соревнованиях. То есть девочки, да, есть. И мы этим гордимся. Ну, є чим гордитися взагалі, то й пишатися. І що передавати, і кому передавати її. Скільки у вас зараз дітей займається? І якого віку? Сейчас, ну, наверное, два кружка, в одном 12 человек, в другом 13 человек. Угу. Вот. Ой, от третьего класса и до, сейчас класс не посчитаю, 17 лет парню. Угу. Навіть такие? Да. А є такі, які вже дорослі, але до вас вертаються? Так, ви знаєте, побаловаться нет, приходят поздороваться, рассказать о своей жизни. А вот есть такие, приходят. Uh-huh. Ну, у нас ребята, которые у нас занимались, сейчас уже, ну, многие уже и женаты, по большому счету. Вот. Многие, которые у нас занимались, теперь и руководители кружку. Я, кстати, на станции тоже занимался. На это. Вы в свой час занимались на этой станции? Да, да. Тут еще юных техников, так? Да, станция юных техников была. Не помню уже даже какой год. Мне там было, по-моему, 14 лет. Вот. Ну, ви тоді дійсно такий унікальний педагог, для якого це стало життям. Ви знаєте, я не унікальний. У нас багато преподавателі тут і займалися на цій станції. Ну, ви знаєте, традиція. От займалися, чим-то в житті займалися, потім знову повертаємося. Вот. Нашій станції в цьому році, вірніше, в прошлому році, був ювілей 70 років. Угу. Вот. 70 років от станція воспитывала детей, да и воспитывает. Я вам скажу, меня удивило то, что, ну, лет 15 назад приходили мужчины, там, 50 лет, 60 лет, вот, некоторые из-за границы, и спрашивали еще бывшего директора нашего, Бориса Ивановича. Вот. Общались, и вот люди, и вы знаете, многие люди, которые приводят детей, не занимались на станции. Mm-hmm. То есть они по воспоминаниям, как у них было, ну, может быть, в других кружках. Вот они считают нужным своего ребенка, чтобы ребенок тоже занимался. Вот. Потому что они прошли эту школу, наверняка поняли, что она полезна, вот, и хотят того же для своих детей. Дякую вам, дякую, що сьогодні прийшли до нас, стільки красоти принесли. Думаю, що ще прийдете, ще із вихованцями. І обов'язково поспілкуємося про те, що ви робите, і про змагання. А змагання якісь передбачаються найближчим часом? Приходите в маї місяці по розписанню. Да,
Має місце. Добре, може, в кінці апреля, я не помню там які. Ну, як потепліє, як сніга зійдуть, напевно, так вже. Як сонце. Дякую вам. З нами був сьогодні Ігор Аксьонов, керівник гуртка судомоделювання Миколаївського обласного центру творчості учнів. Дякую вам. Дякую за вашу роботу, за багаторічну працю. Дійсно, це не голосні слова, просто що ви стільки праці вкладаєте в дітей, які вчаться робити такі дивовижні речі. Дякую вам ще раз. Приходьте до нас, будемо раді. Дякую глядачам, спасибо, що були з нами. До побачення, до нових зустрічей.